Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Рад приветствовать всех любителей бас-гитары. Сегодня я покажу такую классную штуку, называется она вибрато. Погнали! Я не буду показывать все типы вибрато, их несколько разных, а я покажу самое интересное, которое я часто использую. Давайте я сыграю какой-нибудь интересный грувчик, пускай это будет тональность ре минор. Итак, смотрите, какой вид вибрато я здесь использовал. Обычно я использую вибрато одним пальцем. То есть мы берем какую-то ноту и начинаем быстро ее лозить одним пальцем над ладом. Именно очень быстро. В итоге у вас должно получиться вот такое движение. Это вибрато очень часто используется в бас-гитаре. Есть еще вот такое вибрато. Но вот такое вибрато мне нравится больше, я его чаще всего использую. Да, для начала попробую освоить вот такую штуку. По сути, у этого вибрато нет четкого ритма, и вы должны укладывать его в ваш грув, в ваш тайминг. То есть оно может быть разной длины. Вот такое вибрато очень часто используется. То есть это получается быстрый такой фаршлаг. То есть мы делаем быстрое движение пальцем на полтона. А так же, как и в грувах, в соло эта техника используется. Видите, тут две разные ритмики. Это достаточно сложно, потому что когда вы будете ее лозить, тереть пальцем, вы должны делать это четко над ладом. И это будет тереть ваш палец. Часто использую вот такие вот обратные вибраты. То есть либо первым пальцем, либо третьим. Вот вы должны добиваться вот такого движения. Это то же самое, что делать двумя пальцами. Но когда вы делаете одним пальцем, это звучит более плавно. Когда вы освоите саму механику этого вибрато, то есть это просто быстрое юлозание пальцем над ладом. Допустим, если я играю какой-то фанковый грув, чаще всего я делаю такие вибрато на ступенях пентатоники. То есть на любой ноте пентатоники, если у нас есть какой-то грув, можно сделать такое вибрато.
И, конечно, самое важное – эту технику, чтобы она была не просто техникой, чтобы вы просто умели вот… чтобы вы умели так играть, а чтобы вы могли это использовать в вашей игре, в ваших грувах, в вашей импровизации. Давайте возьмем какой-то ритм. Для начала возьмите простой грув. То есть вы берете простой какой-то рисунок и в небыстром темпе начинаете добавлять к нему вибрато. Сначала короткие. То есть все это должно быть в ритме. Потом более длинные. Давайте возьмем еще что-то помедленнее. Вот такая интересная штука, называется вибрато. Их много разных вариантов, я показал сегодня лишь одно. Я думаю, что многие уже используют это, играют. Это делает вашу игру, ваши партии более интересными, более живыми, более грувовыми. Если вам интересна тема вибрато, напишите в комментариях, и я обязательно сделаю еще урок про другие типы вибрато. Я думаю, что это будет интересно. Розыгрыш, который начался в прошлом видео, продолжается в этом видео. В общем, продолжаю разыгрывать вот такие вот кожаные ремни. Вот, условия прежние, то есть пока что 8, набралось 8 участников, 8 человек, которые сделали репост в социальной сети. Нужно поставить лайк под этим видео, прокомментировать его и сделать репост в соцсети. И, собственно, написать мне, что вы участвуете. Вот, набираем 20 желающих, и один из этих ремней на выбор вы получаете в подарок. Ничего от вас не требуется абсолютно, только лишь посмотреть мое видео, поставить лайк, прокомментировать и поделиться этим видео в соцсети. Так что набираем 20 участников, и я разыгрываю один из этих ремней. А второй ремень тоже будет разыгран, но уже в другом видео. А если хотите поддержать мой канал, обязательно смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, проявляйте активность, участвуйте в розыгрыше, комментируйте, донаты тоже принимаются. На сегодня все, всем пока!